Вы только посмотрите, какой красивый стол. Да, Оля, молодец. Вот так угощают гостей вояши. Оля. Оля это все сделала. Молодец. Вот какие. Надо потом заснять пустые тарелки. Да, сейчас снимаю. Девочки, вы только посмотрите, какое красивое кашпо. А тут водопадика не хватает. А, это водопад? А да. Где водопад? Почему не вода не падает? Это я его занесла, он на веранде у нас там стоял. Ага. Чтоб не перемерз, я его сюда затащила. А здесь нету розетки. Понятно. Ну давай, там классный. Такие толстые. Как у большой аквариум. И нету рыбок. Как это нету рыбок? Вот один карась плавает. Гурами. Он, видишь, сначала, короче, своими этими клешнями тут. Но. Вот одна тернеция там вдалеке. Это гурами. Вот такая большая гурами. И там где-то сомики сидят. Я только что видела одного сомика. Вот так выглядит большой аквариум, там, конечно. Мне захотелось шампанское. Давай сейчас попьем шампанское. Вот Оле захотелось шампанского. Сейчас пойдем пить шампанское. Так, да. Сейчас тут проверим все. Под дичь. Да-да-да, под дичь. Дичь. Дичь свежая, свежая. Только что бегала. Вот, девочки, кто спрашивал, как я выгляжу. Вот так вот. Небольшой животик. Вот. Оля, тут розочки стоят. Это ее, ей подарили на день рождения. Посмотрите, девочки, какие красивые шторы. Обожаю такие шторы. Вот, она любит такие большие цветы. Везде у нее стоят вот такие большие цветы. О, вообще красотища просто. Мне очень нравится. Вообще у Ольги ремонт, как сделано так. Потолочки, люстра. Посмотрите, какая люстра. Как в царских селениях люстра. Большой телевизор. Вот такая мини-стеночка. Мне очень нравится. Ну, растения вообще шик. Вместе с обоями вообще просто крутые. Кто здесь? Как у Оли картина? Красота? Вот так выглядит. Любит она картины, вот это шторы просто красивые. Посмотрите только, какие шторы вообще просто. Я люблю такие шторки. Молодец. А это вот а какое-то растение кажется как будто искусственное. Вы только посмотрите на эти листики. Как будто искусственные. Макака вот какая. Копилка денежная макака. Вот Ксюшенька, доча. Вот. Девочки, посмотрите, какие красивые фиалки такие Оли растут на окне. Мой любимый цвет, вот такие шикарные, просто вообще такие красивые. Вот это тоже, ну вот это вообще просто огонь. Вот такой интересный цветочек. И вот такой расцвел тут в зиму. Вот видите, из окна. Видите, сколько снега. Просто уже сугробы. А сейчас на улице минус 26. Тройка белых лошадей скачет, скачет, скачет по полям ночке. Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Ну что, идем в баню. Посмотрите, какие красивые обои у Оленьки. Такой угловой диванчик. Люблю угловые диванчики. Я, если честно, ничего не взяла с собой в баню. Взяла вот сменную кофточку. И... бриджи, так сказать, сменные. Сейчас спрошу Ольги, есть у нее скраб или нет для бани, и пойдем в баню. Ну, вас я в баню с собой брать не буду, потому что у меня телефон старенький, и я его не буду брать. Так что, девчонки, оставайтесь со мной. Вечером, я надеюсь, мы будем петь песни. Так что оставайтесь. Ну что, сейчас пойдем в баню. Вообще на улице минус 20, показывает градусник. Пойдем попаримся. Дело называется сегодня прическу.
как раз для бани. Сейчас смою все. Брови вроде сегодня на месте. Щечки красные, потому что выпили много вина. Поговорили, пообщались. Сейчас пойдем в баньку. Так что не знаю, как в следующий раз буду снимать, когда, утром или вечером. Надеюсь, еще будет много чего интересного. Так, выходим. 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 Куда идем? Все зеленое, куда идем? В баню. Собака в будке, все нормально. А мы идем в зеленое на фоне синего. 20 градусов. Девочки, 20 градусов. Катюша из Одессы, тебе привет. Баня. Минус 20 градусов. Баня у нас готова. Так, можно мыться идти? Можно мыться, но я... Я боюсь, не помещаюсь в тазике вон в том. Ты что, тазики вон, иди заходи. Вон, большие там тазики. Да. Ну-ка, сейчас пойдем посмотрим. Всякие разные. Тазики. Под всякий формат. Ладно, блин, сейчас пойдем. Ладно. Так, девочки, кто просил снег? Вот, пожалуйста, вам снег. Да, это все для Катюши из Одессы. Катюша, вот для тебя снег. Посмотрите, какой красивый большой дом. Просто. Так, Оля, ты куда пошла? Так, посмотрите, сколько бревен. 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 А так и не скажешь, что минус 20. Вроде тепло. Это потому, что мы напились. Вот. Это Аяш. Я вот в таких галошах. Да чего ж банька хороша. Так, вот, вышли после бани. Я, если честно, вообще никакая. Сейчас Ольга говорит, что будет прыгать в снег. Посмотрим, как она это будет делать. Кошмар какой! Ой, видать, сыроватый. Кто? Дровишки. А кто засунул? Я. А они что-то у меня клюкли. Заклюкли. Сыроватые дровишки были? Да, там две таких больших, думаю, подложу, пусть топятся. Сейчас растопится. А у тебя разве печка раньше в эту сторону выходила? Да. Внутрь не была? Нет, вот так было. Как было, так все. А баньку не перебирали? Нет. А вот это что там дальше? А дальше там сарай тоже и туалет, что там есть. А, туалет? Я помню, отдельно туалет стоял. Теперь туалет через сугробы, короче. Да. Вот. Фигурки мои. Вот, фигурки. Летние фигурки. Вот это мне нравится. Какая красивая девочка. Пчелка Майя. Пчелка. Это пчелка? Мне Слава купил, говорит, это твой автопортрет. Твой? Ну, я же. Ну, такой же красивый, что ты уже, а где туалет? Ну, я, вот, ты прошла. Туалет прошла, туалет. Ну, зади, я в туалет, ладно, не пойду, ну, чего уж. Сходи, смотри, какой симпатичный туалет. Симпатичный? Да. Ну, ладно, пойдемте в туалет. О, так я до сюда не поднимусь. Девочки, пришли из бани. Сил нет. Оля, что там наливает? Оля у нас наливает пивка. Ага, Оля, для рывка. Девочкам передай привет. Девочки, привет. Все, нас вот с легким паром. Вот какая моя большая кружка. Сейчас всего встанет. Лишь маленькая для затравки, да? Ага. На ночь нам хватит. Вот такие с красной мордой, с розовым полотенцем, вообще красавец. О, девочки, за вас. За наше здоровье. Да. Тройка, 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 тройка белых лошадей. Скачет, скачет, скачет по полям на чему. Отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Скажи, что для Катюши. Для Катюши из Одессы.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Но... Куда смотреть надо-то? Ну, сюда. Если фотограф не упадет. Как хорошо угощают гостей. Да? Третья порция подряд. Просто в ресторане в таком не подают, сколько в гостях вообще. Все приезжайте к Оленьке, да, Оля? Не, всех-то не надо, что ты уж тоже. Давай всех примем. Всех примем? Всех. Ну, хорошо. Давай, Танюха. Вздрогнем. За нас? За вас. И за вас. За спецназ. Давайте, девчонки, за нас, за милых дам. За нас, за вас. И за Северный Кавказ. Девчонки, за вас всем любви, счастья, здоровья. Всем любви. Да. Да? Да. Мы пьем за вас. Главное, здоровье, чтобы было. А там можно и выпить цистерну. Да? Да? Да. Да. Помню, как ты подошел, как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол чайных роз большой букет. Я решила, ты скакай. Или вор авторитет, оказалась просто тварь. Брал на понт, тушите свет, ты весь вечер флиртовал. И разжег груди пожар, оказалось... Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. О нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помни. Хоть давно не живет с нами. Я рукою гладил новый свой жакет. Неправильно поем? Правильно! Нет. Снег напоминал лихой сиреневый цвет. Застилая плац поверки уставной, темной нитью пролегал безумный след. Кто бы знал, как одинок бывает путь домой. Гвардии майор ночью. Ну прикинь, что за фигня, Таня? Что там? Ну они мешают. Деревенька моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. Июльского облака, веснушка в черемух, стоишь над рекой.
нежной улыбкой. Не то поет. Нет, не то. Меня обожгла. Тебя называю по имени, отчеству, святая, как хлеб, деревенька моя. Ее называю по имени, отчеству, святая, как хлеб, деревенька. А белые медь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, мне что считает шары, управляя лотом, он сказал номера, если он не обманщик, на который нам что-то ты куда-то не туда пошел. Выпадет дом. Не сказал номера, а если он не обманщик, на который нам выпадет дом. Не да там зады. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. На том пруду, куда тебя я? На том пруду, на том пруду, на том, дорогой, куда тебя я приведу. На наконец-то не, ну, меня бьют. Правит любовь, надо, чтобы было всюду море цветов. Мир прекрасен, мир прелестен. Небе, что там? И, конечно, луна, луна, луна. Начался безответный свет. Светит луна на слюбленных час свиданий, он и она. Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Глава привычная. Нет, стоп! Давай. Давай. Приветом спешу показаться на глаза. Дальше. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная лисина, и жизнь моя вечная игра.
там, и там идут разные у нас автобусы. У тебя другой маршрут. Дым, дым кольцами. Облака и там идут разные у нас автобусы. У тебя другой маршрут. Разные у нас с тобой автобусы. У тебя другой маршрут. Я вообще на автобусе не езжу. Так, сейчас. Цигарки, цигарки не хватает. Подожди, блин. Тип как банный таз. Танки. Ко мне. Танька красавица, она мне нравится, а я без танки никуда. Вы свободны, господа. Танька красавица, она мне нравится, а я без Таньки никуда. Танька красавица, она мне нравится, а я свободны, господа. Вы свободны. Пусть здравствуйте, куда вы? Сказала, может быть, не могу тебя забыть. Я за ночь с тобой отдам, не до сна. Я опять сойду с ума, я кричу тебе. Постой. Сладкий запах и бездонные глаза. Синеве. Сколько мне обещания, забываю все слова, закружилась голова. Но зачем тебе нужна ночь прощаний? В голове мои туманы, чувствую твои Всем доброе утро, проснулись, пьем чай, едим торт, с утра вообще просто прекрасный завтрак, диетический, да, Оля? По два кусочка. Оленька там варит суп вкусный с мясом. Свекольник. Свекольник, да. Потом вам покажу, как выглядит. Хозяйка просто с руками и ногами оторвать. Печку будем топить, да, Оля? А то мы замерзли. Белые розы сжигать вчера. Белые розы, да. Они вчера совсем замерзли. Вот, я люблю печку. Ну что ты? Не хочет гореть? Не хочет. Вообще, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ура!
смотреть на огонь можно бесконечно. Спасибо. Да. Вот, маленько мы тут физиономии подправили, чтобы красивые за столом сидели. Будем продолжать, да, похмеляться красивыми? Естественно, день начинается, время-то ну, да. Сколько? Время, вот, 35-2 у нас уже все налито готово. Везде, мы причем готовы. И в тарелке, и в бокалах. Ну да, продолжаем. Да, Оленька? Естественно. Мы снова едим. Оленька тут наварила свекольник. Посмотрите, какой красивый и вкусный свекольник. Столько мяса. Сейчас будем кушать. Вот. Где ж тут похудеешь-то? Ну, вот с такими бутерброды, салат. Моя любимая сельдь под шубой. Сыр вот у нас тут елочкой. Огурчики маринованные, такие вкусные. Ну, самое-то главное, вот. Ты будешь со сметаной? Да. Еще сейчас сметаны Оля красиво положит. Вот. О. Вы только посмотрите, какие магнитики у Оли тут на холодильнике. Каких только нет. Ну-ка, давайте с вами разглядим, какие красивые магнитики. Вот какие красивые. Вот рыбки какие красивые. Это Немо. Немо, Немо, где мой папа? И вот здесь какие красивые. Вот. Оля у нас любитель Эйвона. Видите? Вот это такой новый тональный крем. Вот такие блески. Очень хорошие. Так долго держатся. Хорошие. Вот такой вчера нам окрасила. Тоже мне понравился. Так, и тут вот у ней туалетные воды. Всякие присыпки. Любители Эйвона. Так. Мы выходим, мы выходим. Мы выходим. Спасибо этому дому. Всех благ этому дому. Пойдем к другому. Пойдем. Сани приехали за мной. Слушай, пакетик что-то там тяжелый, рвется, что ли? Не ну ладно, все, давай. Подожди. Шапка не помещается. Ну давай, Таня. Давай, все, пока. Давай. Все, пока, давай, счастливо.